Приветствую вас на канале Asmodee Play. Да, именно так мы играть сегодня и будем. Мы играем метель. Итак, давайте у нас на этот раз вот девочка вот эта будет, Эмили. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Итак, как в нее играть, мы уже знаем. Он появился так. Смотрим, мы в подвале. На этот раз уже не в клетке. Так, есть что? Нету. Присядем, посмотрим. Нету. Кстати, у себя я могу в каморке, нет, делать все, что хочу. Так, это что-то, это мне еда. Шоколадка, как я понимаю, какой-то стаканчик, тарелка. Штукатурка или камень, это я не знаю. Ну, давайте начнем с того, что... так, под матрасом есть что? Или под кроватью? Нету. Эта вот игра чем-то напоминает, знаете, есть такое... на телефонах, там, сбежать из тюрьмы и тому подобное. Вот, что? И это похоже, только... как сказать, немножко более продвинуто. Так, что у нас здесь? Пружинка. Отмычка. Отмычку я взял. Блин, они всех, все американцы умеют это взламывать. Все эти замки. Так, это что? Дверь привинчена болтом. А где болт? Блин, где болт-то? Так, понятно. Так, а здесь замок где? Так. А что мне отмычка-то здесь делать? Непонятно. Так. Ну вот здесь зато выломан небольшой кусочек. Может, мы дотянемся до туда? А что мне отмычка-то? Подождите. Привинчена болтом. Привинчена болтом. Но я... может, камушек где-то взять надо? Нет, камушек тоже не берет. Так, ладно. Лампочка. Нет. Здесь может камень какой-то. Нет, здесь тоже камень не берется. Бля, сладенькая, бля. Так, не понимаю пока что, подождите. Так, осматриваем тогда, подождите. Так, что-то я где-то что-то упускаю. Так, на... здесь нету ничего. И здесь я спокойно так. Опа, опа. Отмычка. Надо что-то отпилить, какой-то замок. Но дверь-то привинчена на болт. Как мне сказали, если это дверь, конечно. А где дверь, кстати? Это дверь? Нет, не должна быть, не похожа на дверь. Петель-то нету. Смотрите, тут царапины какие-то. Так, непонятно. Может, здесь еще что-то лежит? Нет? Нет. А, вот, вот, вот. О, достал. Так, а где? Ага, вот. Открыл. Нужно поскорее найти выход. Закрыть ящик, потому что, блин, у меня в прошлой игре ящичек открыт. Закроем. Так, поскорее найти выход. В случае чего бежим. Ага, о, капкан, ни хрена себе. Так, минутку.
Так, так. Свет. А где он? Так, я уж боюсь. Ни хрена себе. Так. Нет дверной ручки. Хорошо. Так. Чистый лист бумаги. Свет выключить или что включить? Чистый лист бумаги. Вот она, дверная ручка. Берем дверную. Блин, тут управление такое. Стоять. Нет. Давай. Закрывайся. Вот так. Осторожней. Стоп, 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 смотрим. Что здесь? Мы пока просто осмотримся. Так. Подождите, подождите. Храпит кто-то. Нет. Мы не знаем пароля. Мы пароль не знаем. Так, так, так. А где может быть пароль? Пароль может быть в соседней комнате, в которой открыта дверь. Ой, я даже боюсь это включать. Думаю, сейчас как? Что-то где-то. Так, вентиль не крутится. Машинка не стирает пока. Потолок. Тихо. Это что за вентиляция? Какие-то болты, какая-то это. Он там спит, что ли? Заперто с другой стороны. Значит, есть шанс, что он придет быстро. Так, подождите, капкан еще один. Надо не забыть. Так, здесь что? Снег, лед, лед какой-то наколоть, там что-то за льдом есть. А что еще есть? Аккуратненько, так. Там чем можно проявить? Ага, подождите. Нет, это сейчас звякнет еще там. Давайте посмотрим, что я могу взять. Ящик. Что в ящике-то? Ничего. Так, название ML245. Описание: раствор для проявления невидимых чернил. Количество 8 штук. Вес 4, стоимость 54. Так. 245. Вот цифры есть. 245. Так. И 2.45. Так. Два, сорок пять. Нет, 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 не подходит. Не подходит. Аккуратненько, аккуратненько ходим. Блин, у него тут и дыба есть. Кошмар. Так. Что здесь? Что-то мешает открыть дверь. Веревка. Веревка мешает открыть дверь. Так. Ну давай. Франк. Что за франк? Так, компьютер мне пока не помогает. Заперто на ключ. А у меня отмычка, но не помогает. Так, ладно. Так, значит, ну-ка, вот в этой штуке есть что-нибудь?
На Хитман там раньше прятал эти всякие ништяки. Так. Открывай. Стоп. Нет, показалось. Так. Так. Еще раз смотрим. Описание: раствор для проявления невидимых чернил, количество 8 штук. Вес 4 килограмма. Название ML245. ML2. ML245. Так. Закрой. ML245. Так, минутку. МЛ. Так. Это обшарпано все, как будто там лазить можно, блин. Ёж твою мать. Так. Да что ты делаешь? ML245. Ладно. Два, 45. Так. 5, 4, 2. Нет. А, нет. Ты что там шумишь? Да давай. Нужно вернуться обратно в камеру. Блин. Надеюсь, он ничего не заметит. А я еще ничего и не сделал. Давай. Давай. Ну. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Что тут можно взять? Ага! Попалась! Блин! А чё, подожди. Заново, ладно, подожди. Все равно еще ничего такого не сделал. Так, берем отмычку. Смотрим, что у нас здесь имеется. Вау, стоп, подожди, вот этого не было раньше. Что за пик это? Лом. Так. И что ломом этим можно сделать? Это не похоже, чтобы здесь стены можно было долбить. Давай. Открываем. Нужно здесь пока все легко. Выход. Здесь пока... Не понял. Подождите, тут же этот был. Хрен его знает, если это глюк, то это плохое, плохая шутка. Так, чистый лист бумаги. Он ничего не поменялся, ничего не сделал с ним. Так, заглянуть в его комнату. Стой. Нет дверной ручки. А где мне взять дверную ручку? Я ее в прошлый раз, опа, вроде здесь находил. Ну, сейчас-то здесь пусто, да? Так. Так, мне надо заглянуть в его комнату. Что мне в его комнате надо сделать-то? Что в его комнате надо сделать? Блин. Так. Я пока не вижу, что здесь где-то появилась ручка или еще что-то, что придется его закрывать. И смотреть, что там было. А, нет. А что за...
за черт? Так. Надеюсь, он ничего не заметит. Ну давай, закрывай. Давай. Я хочу просто посмотреть, что у него в комнате имеется. Сейчас еще раз провалю, конечно, но... Кто включил свет в ванной? А почему ты ко мне-то? Вот ни хрена себе, ты меня как... Так. Смешно дураку, да? Заперто на замок. Давай, открыли. Нет дверной ручки. Мы знаем, что нет. Так. Слишком темно. А что мне тут смотреть, если я знаю, что там находится? А, нет. Да. Что за черт? Так. Спрячемся. Спрячемся. Зайдем обратно, спрячемся. Давай, выйди. Кто включил свет в ванной? Чё, что прям совсем то? Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Так. А ну живо открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Так. Я не знаю, так. Я не знаю номера. Он сейчас выбьет. Давай. Я уверен, что он выбьет. Выбил. Попалась! Блин. Это его, как понимаю, в последнюю очередь надо делать. Что-то в его комнате есть. Так, ладно. Берем отмычку, мы уже знаем. Лома. Нету. А лом поди нужен был, чтобы эту дверь отворить. Давай. Так. Нету. Идем. Первая всегда будет неизменно, потому что нам надо как-то выбраться отсюда. И это единственный способ. Нужно поскорее найти выход. Так. Вот кто здесь тумбочки вставляет так? Так, не понял. А где рукоять? Или еще что-нибудь? Эй, вы что, товарищи? Эй! Эй! Дайте хоть шоколадку съесть, что ли, блин? Вы что творите-то? А-та-та-та-та! На всякий случай проверю еще разок. Нет, нету. Так. Слишком темно ему, падла. Так, 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 так. Он спит в соседней комнате. Что происходит? Я не понимаю, подождите. Были какие-то детали, но они все ушли.
Так. Так, что у нас получается? Здесь есть-то. Там нету ни хрена. Тут есть хрен да ни хрена. Ну где-то же что-то должно. Так. Ну где-то же что-то же должно же быть. Ну пока ничего этого нет. Так, надо что-то сделать. Так, подождите. Надо его выманить по-любому, раз. Блин, в капкан не попасть. Так, выманиваем его. Так, ты без этого компресс не включишь, да? Что за черт? Так. Нужно вернуться обратно. Надеюсь, он ничего не заметит. Да, вот так вот. Если быть правильным. Все равно что-то где-то что-то должно быть. Причем так, что я должен резко это что-то где-то увидеть или схватить. Потому что, ну не может так, что мне надо в его комнату. А вот так. А, подождите, смотрите. Пока 9, он занят, у меня есть время заглянуть 928, смотрите, на двери. А я раньше и не видел ее, твою мать, я хотел уже бежать к нему опять туда. Хватать, думал, как... ага, смотрите, как он быстро вышел. А? Так, погоди-ка. Что? Что? Иди ты нахрен. Здесь кто-то был? С чего ты взял? Думаешь, я не замечу открытый ящик? Какой? Какой у меня ящик, что ли? Ты охренел, что ли? Вася! Все эти печенюшки, нахрен, ты что, тварь-то? Это же идиотизм. Ладно. Так. Отмычка двухразовая. Так, 2, 9, чего, 5 там? Да подожди. 2, 9, 5. Или чего там? 2, 9, 5. Блин, я забыл код. Твою же. Пока возмущался. Вот правильно говорят, не поддавайтесь гневу, потому что нахрен все из башки вылетело. Закрой дверь. Так, надо записать. Пишем. Давай, падла, выходи. Почему-то ты до 10, почему-то ты не доходишь до конца. На 7 уже. Ломишься, скотина. 9. 2, 8. 9, 2, 8. 9, 2, 8. Так. Записали. А теперь можешь сваливать. А? Что? Так, погоди-ка. Жду-ка. Здесь кто-то был? Был. Что? Не нравится? Вроде все на месте. Почти. Так. 928. Эй, 928. И что же мы там видим? Ручка. Да ты охренел, что ли? А, ну значит, где-то что-то в другом месте. Раз у меня ручка здесь. Так. Ты как заходишь-то без ручки-то? Ты-то заходишь как без ручки? Где капкан? Вон там капкан. Так. Положите предметы вовнутрь и закройте дверь. Ну-ка еще раз. Пусто. Ну-ка.
Значит, где-то здесь что-то, вот эти, наверное, бутылки, нет? Пусто. Здесь ничего не схапать. Ничего не взять. Лом. Это какой-то дурдом. Так. Веревка. Ну, ее, по идее, резать надо. Поэтому, если судить логически, ее надо резать. Так, подождите, давайте посмотрим здесь. Здесь пока мне ничего не надо. Выключим. Уберем все. Заперто на ключ. А, мне же здесь надо было что-то делать. А зачем мне лед? Ну, на ключ заперто. Не понимаю. Так, стаканчик у меня там был. Вроде там, ну, стаканчик можно положить. Так, ну-ка. Хрен там. Не на блюдце, не в стаканчик. Куда тебя? В микроволновку только остается. Ладно. Давай. Я жду. Ты что там шумишь? Я же знал, это же микроволновка. Это было очевидно. Так. У меня уснул Мумука. Мумука — это мой кот, которого дочь называет почему-то Симба. Не знаю. Ну, здоровый, правда, животное. Но я его зову Мумука из-за принципа. Так, погоди-ка. Что, а при чем ты туда пошел? Зачем? Здесь кто-то был? Кто открыл шкафчик? Да пошел ты нахрен! Так. А у меня, как понимаю, последняя попытка перед тем, как начать все заново. Но, по крайней мере, мы все узнаем, как это методом проб и ошибок. Давай. Ключ. Заперто на ключ. О. Как я? А что мне пассатижами делать? Лампочку обгрызть? Так, нет. Ну-ка. Проволоку. Это веревка вообще-то, по идее. Ну. Нет, веревка все-таки. Чего там надо? Я не знаю, зачем компьютер там нужен. Так, давайте. Так, мы туда не заходим. Наверх идти, что? А зачем нам наверх? Требуется ключ, карта. Ух, твою ж то мать-то. Заперто с другой стороны. Ну ничего себе тут локация-то. Ого, одобрямс. Одобрямс. Что это? Ручка. Щиток закрыт. Надо открыть его чем-то. Так. Ничего не помогает. Мы просто пока узнаем вообще, как эта система вся. А вот что-то есть, подождите. Что-то взять надо? Это что? Так.
Я даже не знаю, чего это, господи, ты можешь. Так, ну у меня-то рычаг выбран. Надо это как-то поднять. Магнит какой-то, я не знаю, или что. О. Нет, тут больше ничего нету, подождите. Рычаг. Так, колесование не помогает. А куда тут? Веревки мы не грызем. Так. Подождите. А где у нас тело? Он куда-то вышел. Вышли, мышли, сопли, вышли. Он что, не видел, что мы тоже ушли? Где-то что-то, какой-то рычаг, может, здесь? Бочка с маслом. Что-то надо прополоскать в этом масле. Надо искать тряпку. Пароль, пароль, подождите, пароль. 2, 4, 5. Да не то, 2, 4, 5. Может быть он? Ага, хрен там, то он. Надо еще какую-то цифру приложить. Ну попробуем, конечно, потом, ну потом. Так. Где, где, где? Блин. Так. Пока мы тебя опять закроем. Закроем, говорю. Так, 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 так. Еще мы делаем-то, блин. Куда нам идти? Дашь нам что-нибудь? Так, дверь ящика прибита на гвозди. И что это? А, у меня на плоскогубцы поставлены. Хорошо, вот оно. Вот что мне надо было, блин. Идем. Так. Лифт. Горячий пар. Где-то здесь мы должны, да, его применить. Закрыть его. Нет, винтель должны забрать. Где-то. А где? Где мы должны винтель забрать? Так, так, так. Я уже даже не знаю, что тут можно взять. Тебя можно взять. О, блин, только хотел сказать, тебя можно взять. О! Смотрите, подождите, да стой! Это что такое? Так. Это мы чего набираем? Ну давай попробуем воды набрать. Я точно помню, что здесь. Блин, что, слишком темно, не можешь рычаг, что ли? Ой, рычаг этот. Включить. Так, ведро с водой. Ладно. Ведро с водой. Зачем мне вода? Пар мы можем потушить? Нет. Нахрен. Что тут еще? Печку потушить. Нет. Не можем печку потушить. Подождите. Где-то я эту хрень видел. А где только? Вот она. Ну-ка. Да нет. Вот так. Вот я вставил масленка. И что мне делать? Масло налить. Масло, масло, масло. Подождите, я хрень эту видел. Здесь, да, вот она. На. Масленка с маслом. И что мне куда смазать? Что смазать?
обратно в эту идти смазывать. Так, я что-то сделал. Пока я не знаю чего. Так, ладно. Не знаю чего, но... Ага! Сначала нужно поднять лифт. Блин. Вы чё, падлы? 24 вольта. Ага. А где предохранители? Так, у меня ключи. От чего? Ну, открыть этим ключом можно. А, вот, смотрите. Эта же хрень нам не нужна, по идее. Мы же... Так, чего хватает? Не хватает предохранителя, ну... И чего, и мы знаем. Ну, в смысле, знаем. Сейчас узнали, что не хватает. Стой, аптечку закроем. Ай-яй-яй. Где? Так. Блин. У тебя-то какой пароль? Нет, нифига. Я уже не знаю, что тут осматривать. Ну, каждый раз что-нибудь да нахожу. Так. Что тут может быть еще? Нет, не идет, не идет. Лампочка. Нет. Да стойте, куда пошел? Так, нет, не то. Ой-ой-ой-ой-ой, я уже даже на стены осмотрел. Вот здесь вот что такое? Как осмотреть? Как посмотреть? Ой, да нет, ты выпусти меня. Так. Что здесь есть? Это что? Что там? Так, это твинтили. Нет, не катит. Стой. Нет, показалось. Кирпич. Блин. Под одеялом. Не понимаю. Что-то где-то я что-то профукал. Так. А, блин, я даже здесь и не был. Или был? А, нет, я был, смотрите-ка. Это чё? Проклятие. А, что за шум? Так. Ну давай.
Где ты? О! А? Подожди, а я к тебе, что ли, ломился? Так, погоди-ка. Ни хрена. Здесь кто-то был? А что ты взял? Кто трогал электрощиток? Пошел ты нахрен, я думал, тебя там нету. Меня, наверное, убили. Мы проиграли. Ладно, давайте начнем еще разок. Примерно я понял, как эта штука делается. Так, у меня в камере что? В камере. Кроме вот этой штуки и нету ни хрена. Давай. Так. Нужно поскорее найти выход. Давай. А, нет. А, что за шум? Ты как все запоминаешь? Что у тебя там было, чего у тебя не было? Надеюсь, он ничего не заметит. Тоже надеюсь. Давайте смотреть. Я уже даже не знаю, на что надеяться. Так, а посмотреть надо... Ну, пароль-то тоже, да? 928. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Ага, сейчас. Пробовали. Не то это. А? Так, погоди-ка. Что? Здесь кто-то был? Ну? Ну, вроде все на месте. Конечно. 928. Так. 928. Ручка. Где вот забрать? Так, здесь есть что-нибудь еще? Давайте пока закроем. Так. Блин. Я все боюсь наступить на этот гребаный этот. Что он называется? Ух. Забыл, как называется. Капкан. Кстати, надо посмотреть. Ничего не появилось здесь? Нет, ничего. Ништяков никаких нет. Это мы знаем. Бери. Так. Ну давай. Так. Закрываем, ждем. А, нет. Ну? Алибова. Иди, иди. А? Скучно тебе там, да? Погоди-ка. Гожу, гожу. Здесь кто-то был? Был, был. Только ты не со мной не знаешь. Вроде все на месте. Конечно, я еще ничего не трогал. Давай. А куда ты ушел? А ты туда ушел? А я тебя здесь жду. Пассатижи.
Так. Это сюда. Где капкан? Блин. А, стой. Ведро. Эта штука берется, нет? А тут нету больше ничего, блин. Думал, еще какая-то штука к ведру прилагается. Заходи. Подлый трус. Ведро с водой. Все, закрываем. Выключаем свет. А ведро с водой выливаем сюда. Берем масленку. Идем сюда. Давай. Масленка с маслом. Чистый лист бумаги. Нет. Ой, не туда. Не туда. Давай. Так, вынести мусор, поставить будильник, положить ключ-карту в сейф. Понятно. Так. Нет. Перекрыли. Положить ключ-карту в сейф. Но я нисколько не сомневался в этом. Сейчас посмотрим. Так. Не включить. Да и ручки у меня еще нету. Найти надо. Так, здесь нету. На столе нету. А где что есть-то? Так. Я не понимаю. Сейчас, вот сейчас что происходит, конечно. Так, я уже, блин, не знаю, что делать. А, кстати, да. Что у меня там этот? Так. В сейфе хранится. Так. Берем рукоять. Так, тут ничего нету. Ладно. Щиток закрыт. Нужны ключи. Ключи. А где-то я видел ключи. Вот они. Так. Блин. Что там шумишь? Так, дверь закрыли. Микроволновку закрыли. Дверь закрыли. Я уж даже не знаю, что еще тут можно. Дверь закрыли. Ну, смотрим. Дверь открыта, блин. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто-то был. Кто открыл дверь? Блин. Нам конец, нет? Нет, смотри-ка, не конец.
Не конец. Идем, идем. Так. Где что упало? Вот здесь же упало, да, все? Что, предохранитель? Я прямо вот отсюда вижу. Баночка. Нет, это просто баночка. Так, а куда мне предохранитель надо? Ага. Посмотрите-ка, не все так просто еще. Нет питания. Куда, куда, куда надо-то? Так. Сюда. Все, питание теперь должно быть. Вот. Так, я уж не знаю, что делать надо. Так. Надо посмотреть, все ли у меня здесь. И везде ли у меня все закрыто. Так. Здесь у меня все, ничего нету. Я уж, блин, даже и не знаю. Так. Закрыли. Так, тут все закрыто, свет должен быть выключен. Ага. Тумблеры. А как вас включать? Где-то есть подсказка? Или наугад? Блин. А, стоп. А, нет. Не так. Подождите. Так, а как нам узнать? Книга, нет. Нет. Заперто с другой стороны, ты уже там, уже дрыхнешь. Блин. Требуется ключ-карта. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет? Нет. Не идет. Так, ладно, не идет и не идет. Где тут есть что-нибудь подобное? Сначала нужно поднять лифт. Ну что, ты вошел, нет? Не знаю, для чего тут вообще нужен. Что, методом тыка? Эх. Блин, да где тут? Ну, методом тыка тогда придется. Я уже даже не знаю. Что у нас там? Так. Где-то вообще что-то есть? Так. Блин, хоть бы. Значок где-то был. Последовательность какая-то. Чтобы знать, какие включать.
Где-то есть, нет? Лампочка. Ильича. Ой-ё. Так. Так, заходим. Заходим, заходим. Блин. Для проявления чего-то, кого-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет. Свет. Выключи. А то поймают нахрен опять. Где тут? Так. Так, надо. Надо что-то делать. Так, мне надо 24 вольта насобирать. 24. А, ну-ка, подождите-ка. Давайте-ка посчитаем. 24, что это у нас? А. Ой. Это у нас сколько? 7,5. 7,5. Нет, мало. Ну-ка, вот это. Сколько это? 9,1. Ну-ка, давай вот это. 9,1. 9,1. 6. И 7. Так, 7. Блин, я сбился со счета. Калькулятор хоть доставай. Господи, как учиться? 16. А, так, 11, 16, 17 и 7. 17. Ага, подожди, ну-ка. А, подождите, вот у меня все поставлено. Все. Вроде бы как. Подождите, если я сейчас дерну, если он заработает. У меня все выключено, везде все закрыто. Так. Твою же. Давай, давай, давай. Давай. Закрывай. Я успел. Я успел. А? Щиток. Так, погоди. Щиток, твою ж мать. Какого хрена ты сюда приперся? Кто трогал электрощиток? Не я. Не я. Это был не я. Посмотрите-ка, не смертельно. Не смертельно. Так, у нас все, последняя попытка остается. Так, давайте эту штуку мы достали. 71.35. 71.35. Так, надо записать. 71.35. Все окей на. Ой. Так. Так, 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 так. Теперь. Так, 71.35.
Теперь мне его закрыть здесь надо. Твою же. Что за шум? Давай. Бежим, 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 бежим. Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Так. 71:35. А зачем мне ручка от лифта вообще? Долбаный компрессор. 71:35. Ага! Попалась! А, пошел ты нахрен! Блин! Заново. Ладно. В раннем чего? Здесь у меня есть что-нибудь? Сразу говорите. Нет. Так. Нет, нету ничего. Итак, ну теперь-то мы как опытные, как хрен знает кто. Уже даже до пароля дошли. Так. Нужно поскорее найти выход. А, давайте смотрим, что здесь может быть. Здесь ничего нету. Так, ну бумага на своем месте. Так. Нет. Так, что тут? Пока ничего, ничего не лежит. Ничего не... Лом. Лома нет. Так, лома нет. Тут больше ничего не взять, я уж... Так. А, ну вот все правильно. А, нет. А, что так. За черт? Давай. Дверь закрыли. Надеюсь, он ничего не заметит. Блин. А хотя зачем? У меня пароль-то записан же. Пароль-то у меня записан. Зачем я это сделал? Пароль-то 928. Ну-ка. Долбаный компрессор. Да, 928, он. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Да хорошо, загляну. Блин, блинский. А? Так, погоди-ка. Жду. Здесь кто-то был? Ну? Ну, вроде все на месте. Блин, вот так-то тяжелый уровень. Так. Как ты так спать-то сразу лег? 928. 928. Открыть. Берем. Закрыть. Так. Закрыть, свет погасить. Мне потому что там еще сейчас ронять всякую хрень надо будет. Открыть. Так, я, блин, в мою сторону открывается. Ешь твою мать-то. Берем лом. Так. Берем лом, ломом. Ломаем. Здесь берем лед, закрываем холодильник, открываем микроволновку. Кладем лед, закрываем микроволновку. Включаем. Закрываем дверь. Заходим, закрываем дверь за собой. Вот так. Твою же. Что за шум? Все нормально. Я говорю, блин, вот так вот. Ни хрена себе. Половину записи можно обрезать. Ну, все равно интересно, согласитесь. Кто играл на телефонах побег из тюрьмы, квесты там небольшие, им, всем этим людям будет интересно сыграть вот в эту же игру. Давай. Выходи. Иди, иди давай. Сваливай отсюда. А? Б. Так, погоди-ка. Жду-ка. Здесь кто-то был? Да. Ну, вроде все на месте. Да быть не может.
Да ты шутишь. Да не. Все так легко и просто. Так, ты что взял? Что-то взял и пошел. Пошел наверх. Ну ладно. Забираем ключ. Вот смотрите, так-то она легкая, по идее, на раз-два, да? Ну вот. Так, нет, не сюда. Вот сюда. Сразу сюда. Берем. Пойдем сюда. Приколочено. Зачем колотил? Да, добери ты ножницы. Ой, одинокий человек. Одинокий человек. Так. Ведро. Берем ведро. Наполняем ведро водой. Давай включаем. Ведро с водой выключаем воду. Закрываем. Выключаем. Забираем. А хотя что мы закрыли-то? Мы сейчас придем сюда. Давай. Масленка с маслом. Идем, открываем. Закрываем. А, нет, открываем. Нам же вот перекрыть надо, а не просто смазать. Чтоб он довольный там был. Так, у нас какие были-то? Нет питания. А, питание надо же. Блин, я же в той комнате был. Да. Все. Берем питание. Так. Только я не знаю, зачем нам вот этот рычаг. Если на лифте мы сматываться не собираемся. Поэтому не знаю. Не знаю, зачем нам рычаг. Если мы сделаем его, утонем. Ладно. Твою же. Ты что там шумишь? Поехали. Ой. Все. Все, ничего не шумлю. Блин, не видно, да, так его? Вот так буду. Все равно должен стать посередине где-то так. И разоряться. Давай, чумной доктор. А? Что так? Погоди-ка. Что, что, что? Здесь кто-то был? Да. Ты почему все время спрашиваешь? Кто закрыл дверь? Какую дверь закрыл? Куда закрыл дверь? Да, лоханулся, что-то я не заметил. Так. Закрыл дверь. Теперь это все двери закрыты были. Давай, берем. Относим. Вставляем. Закрываем. Закрываем, закрываем. Так. Выставляем. Раз, два, блин. Раз, два, вот так вот. Что за шум? А вот.
Так. Блин, так быстро надо, ни хрена себе. Так, время какое-то есть. Это что, я должен был еще лифт, да, назад отправить? Так, погоди-ка. Что там не так? Здесь кто-то был? Ну, что не так? Ну, вроде все на месте. Фух. Давай. 71.35. Интересно, а я могу так сразу сделать? 71.35 у него в сейфе. А, нет, смотрите-ка. 64.25. Неплохо устроился. Так. 64.25. Твою же. А что за черт? Тихо, вот сюда. Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. 64.25. Давай, иди в комнату. Блин, все, ничего-то, все на скорость у меня. Все на скорость. Давай, 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 давай. Долбаный компрессор. Давай. Шестьдесят четыре, двадцать пять. А ну живо, открой так. Дверь! 64, 25. Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Давай. Ой-ой-ой. Так. Она в эту дверь, блин, открывается. Так. Куда? Думай быстрее. Так. Давай. Я бегу. Бегу. Время прохождения. Блин, да ну нахрен 11 минут. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. Пока.